Всех приветствую, дорогие друзья, подписчики, зрители канала. Итак, двигаемся далее. В прошлой серии сняли мы контейнерок для Сидоровича. Сейчас будем возвращаться по-тихому в деревеньку. Идем тем же путем, которым пришли. Вспоминаем великое творение Тарковского. То есть, помните, да, как они на болты материю привязывают? Для того, чтобы обратным идти так же обратно, как и пришли, по болтам. Потому как зона, это живой организм, может бросить в любую точку. Ну, здесь реализовано, ограничено в пределах данной локации, телепорты, я имею в виду. А в Реборне в том же посложнее. Там нюанс может закинуть тебя с того же кордона прямо на ЧС. Тоже такую систему телепортов они реализовали. То есть зона представлена как живой организм. Вот где болтик кудал, где болтик кидал, туда, по тому же пути. Ну, замечательно, еще и спать я захотел. По тому же пути и стоит возвращаться. Пойдешь иным путем, может такой финт с тобой выкрутить. Она, да, и соответственно тебя бросить. Учитывая, что здесь телепорты различные или ловушки, так называемые. Ну, я не знаю, насколько здесь это реализовано. Я, видите, немного съемочку с Реборна беру. Там это вообще полномасштабно, книжный вариант сделан. Но здесь то же самое, и телепорты есть на локации, которые бросают в разные точки данной локации. То есть ограничены именно этой локацией. Там же полностью по всей зоне. Может, допустим, с одной локации на другую перебросить. Здесь тут они попроще сделали. Ну, не суть. Смотрите, какая тема. Вообще, суть вопроса в другом. Ребят, тут, оказывается, надо подписочку от автора, да, Player Dat делать. Я этого не сделал изначально, когда мы начинали модификацию. Только вот сейчас отправил ему этот файл. Не знаю, сколько времени будет приходить, ну, то есть ответа ждать. Там черканете, у кого как было. Там, ну, то есть, ответил он вам или нет. И, короче, я вот только недавно отправил. Потому что, судя по всему, мы дальше кордона с вами не продвинемся, если этого не сделать. Ну, не знаю, насколько это верно. По этому поводу напишите в комментариях, у кого как было. Поэтому сейчас мы пока без подписанного играем файла. Только я ему только отправил. Посмотрим, как все будет. Кому интересно, АМК Тим Трофим 79. У меня ник, если что, на этом сайте. Если кому интересно. Ну и вообще скажу, мало ли, потому что я ему ссылку на свой канал дал, чтобы он, ну, возможно, если там, конечно, чтобы заминок не было. Я так понял, там народу куча сейчас отправляет, если кто действительно уже серьезно взялся за этот мод. Вообще отпишитесь, я не интересовался, у меня не было времени по форумам, ну, то есть нет времени там лазить везде, как вообще это реализовать беспроблемно, и, ну, чтобы не особо по времени затрачиваться. Поэтому там, ребят, черканете, у кого как, кто там получил ответ, кто нет. Если же такой казус произойдет, что ответа не будет никакого, потому что, я так понял, людей там много отсылает, ну, тогда я не знаю, тогда, судя по всему, проходить не получится. Потому что просто-навсего без этого нас на... Ну, то есть, зона не пустит дальше. Я так понял, в пределах кордона только мы можем двигаться. Так, ладно, все. То есть, видите, возвращаемся... Переходим к прохождению, ребят. Возвращаемся именно тем путем, которым пришли. Вспоминаем великое творение Тарковского. Кайдановский, наш великий герой. Помните, да, как материю они белую там привязывали к болтам, так, чтобы смогли вернуться обратно. Если учитывать этот вариант, то если здесь бы это так проецировать на этот мод, то здесь то же самое. Пойдешь другим путем, наткнешься на телепорт, или же, не дай бог, кабанчики сожрут. А телепорт может забросить куда угодно, в те места, которые нежелательны будут. В логово там к кабанам или еще куда. Но, опять же, повторяюсь, здесь реализовано в пределах одной локации. В том же Реборне реализовано это более масштабно. Там этот телепорт может бросить так, что мама не горюй. В полную задницу забросит. С кордона на ЧС. И они вообще там, ну, то есть, появляются также рандомно по этому, по точкам. Так, то есть это, да, идем сейчас к Сидору, скидываем контейнер, у меня голод вообще неимоверный уже, смотрите, проснулся, так сказать. А у нас вообще только батон на руках, вроде как, да, только батончик канает. Может, пробежаться немного, а? Не люблю я беготню, вообще по зоне не бегают. По зоне не бегают. Я уже много раз во всех своих выпусках других модификаций говорил, что беготня по зоне кончается плохо для главного героя.
Ну и вообще, если так по сути уже рассуждать, согласитесь, в зоне не бегают. Все осторожно, к каждому шороху прислушиваешься, осматриваешь ситуацию, вживаешься в роль. Беготни нам хватит. У нас, блядь, и в ОП мы носимся, как угорелые танки там. И в других модов тоже там бегать приходится. Здесь будем крайне осторожно работать. Но тут минус в одном, то что если не бегать, время-то идет и голод поднимается быстрее. Поняли, да? То есть, если я просто, конечно, буду в таком ключе двигаться, понадобится вообще продуктов никаких не хватит. Что-то какие-то там вы писали, лагает. Все у меня отлично, 50 FPS держит. Просто какие-то подлагивания, это вообще неоправданные. У меня не знаю, с чем это связано. Они есть, да, небольшие. Но как бы... Я не думаю, что они там такие критичные и вам мешают просмотру. Потому что FPS-ик стабильно держит он у меня. Так что, ребята, это... Будем двигаться. Так, нам надо еще, знаете, с кем пообщаться? Пообщаться с чудаком, который... с ремонтником, который находится... Вот, видите, вот она! Красота! Стыди куда, в телепорт вляпались, то, о чем я вам говорил. Здесь такие простенькие телепорты, в пределах локации. В том же Реборне выбрасывает, мама не горюй, блядь. К центру зоны может сразу кинуть. Такой свободный сюжетец там. В этом плане два мода таких мощных. Вообще считаю, это самые пока два мощных, наиумнейших моды для взрослых людей. Это Reborn и вот этот вот на данном этапе. Именно по, ну, то есть, по подходу, по идее, нет превосходящих их сейчас вообще ни одного мода. Это я вам точно говорю. Именно по, ну, и по хардкорности, и по, так сказать, цепкости сюжета, да, как действовать. Посмотрите, что здесь ПДА у нас пустой, никаких заданий, что там. Только своим умом, только общением с людьми, со сталкерами ты узнаешь весь секрет зоны. Здесь они, конечно, молодцы. Давайте, ребят, так сказать. Я не знаю, что, блядь, надо было сохранить, наверное, игру. Что-то я... Что тебе? Да чё тебе, чё тебе, тоже сундук стоишь здесь. Я его сундуком буду называть. Ну ничего, Стасик охранник тоже молодца. Видишь, как благодушно к нам относится. Так, ребят, что я так... притащил? Да подожди, ты же верещишь тут, блядь. Что притащил, дай-ка я это. Первым делом, я так понял, надо... Там чё вообще в этом контейнере? Давайте посмотрим. Видите, какая красота? Теперь общаемся. На, нашел вот твой контейнер. Артефакт-то где, мать твою? Да вот же жжется, раскрой глаза. Ну что я могу сказать? Молодец, меченый. Держи вот пистолетик смелости в руки и патрончиков в пачку. Заработал честно. Чуток обварился, говоришь? На, вот еще антирадик прими, полегчает. Ну, благодарю, конечно же. Стой, стой, ты куда патроны в рюкзак пихаешь? Пока достанешь, тебя 10 раз порву. Подсумок же есть у тебя. Снаряди магазинчик и положи в подсумок. Раз-два и перезарядишься. А, да. Перезаряжусь, хорошо. Что-то, Сидорович, пистолет-то не очень серьезное оружие. Да и у меня не красный крест. Если я каждому за так хороший стволецкий отдавать буду. Вон подойди к волку, он старший в лагере. Человечка он искал для поручения одного, может и сговоритесь. Ну ладно, ладно, посмотрим, что за волк такой. Так, волк волком, давайте, знаете что? Да, у нас вообще гала этот, да? Нафига ты эту дрянь? Ладно, у нас еды вообще, ну, немного еще, наверное, попозже, да? Батончик-то есть там. Видишь, как меня колбасит. Можно было бы поспать, наверное. Сейчас сохраним игру, ребят. Сохраним игру. И это. Так, а что я могу вообще употребить от влияния, да? Воздействие, видите, как на меня телепорт, на мозги мне действует, да? Ну, водочка явно не явно здесь не поможет, не помощник нам, да? Это факт. Так, аптечка, батон. Может перекусить, блин? Уже этот батон зашамать.
Как вы думаете? Так, ладно, сейчас сохраняемся и идем общаться с Вергасом. Видишь, как меня бросило, да, этот телепорт прямо на входе здесь. А кто знал? Никто не знал, что так получится. Итак, продолжаем, ребят. Извиняюсь, отвлекся немного. Колбас у нас, расколбас конкретный. Можно, конечно, поспать, но единственное, знаете, что меня смущает? То, что голод у нас проявляется с вами. Дело в том, что если он сейчас поспит, к вечеру, допустим, бодрее, ну, то есть, проснется, да, по голоду только батон у нас. Так, может, у костерка погреемся с братвой, да, да он восстановится. А? Короче говоря, то есть, нам с вами сейчас пообщаться с волком надо, да, и с Вергасом, так называемый ремонтник, с ним перетереть, познакомимся. Там какую-то я записную книжку нашел. То есть, да? Ну, навряд ли костер восстановит его. А? Как вы думаете? Ух ты, красота! Посмотрите, около костра, получается, восстановился. Молодца! Видите, как хорошо? Ладно, пойдемте попробуем познакомиться с Вергасом. Сдадим ему, мы же нашли с вами в прошлой серии, помимо всего прочего, еще некий компьютер там, да, смартфон какой-то интересный. Может, он его сможет как-то отремонтировать или же там поковыряться. Скинем ему, короче говоря. Здорово! Проходи, сталкер, по делу ко мне или так просто языками потрещать? Приветствую, смотрю, огонек горит, дай, думаю, зайду. Что один-то тут? Не со всеми там у костра? Стар я стал, с пацанами на земле геморрой отсиживать. Лучше возле теплой печечки. Как зовут-то тебя, парень? Да не помню я ни хера, меченым называют. А чем занимаешься-то? Что же меченый, рад знакомству. Вергилий мое имя. Ну, не совсем мое, конечно. Говорят, в клинику меня привезли с томиком стихов этого поэта в руках. Так и записали. Но здешние салабоны не богаты извилинами, и поэтому все меня Вергасом называют. Таскают мне на ремонт хлам свое оружие, костюмчики. Особливо раздолбленное, конечно, не возьму, чай не завод. Но трошки могу подрихтовать, почистить. Так что если ствол будешь клинить, ствол будет клинить, или куртка по швам разойдется, давай ко мне, подсоблю, чем смогу. Понятненько, чиню, значит, лудью паяю. Ладно, подойду, если что. Слушай, тут все разгрузку имеют, а где взять-то? Ну, не такой уж и дефицит это. Некоторые у вояк выменивают, другие покупают у торговцев. Ну, стел снимают, само собой. Приносят иногда в починку или отдают как плату за услуги. У меня вон пару штук лежит. Не новые, конечно, но вполне нормальные. Лежат, говоришь? Может, поделишься? Ха, поделишься. Не за так, конечно. Деньги на счету имеешь? За 20 косых отдам, почти даром. Да, нету у меня таких денег пока. Так, что тут у него еще интересного, ребят? Слушай, мне тут вещь одна попалась, вроде как твоя. Вот, посмотри, на ПДА похоже, только клавиатура выдвигается. Сзади написано Vergas 08. А-а-а. Это блокнот электронный с расширенной памятью. Я несколько таких переделал из смартфонов. Сталкер один тут был, месяца полтора назад. Он где-то кучу этих смартов нашел, а у них клавиатура удобная. Вот и я чуть-чуть покумекал над ними. 08, говоришь? Помню я его. А где ты его нашел? Да тут у бандита, вернее трупа бандита, недалеко. Бандит, значит. Да, то-то я смотрю, не появляется седой уже давно. Видимо, схомутала зона и его. Жаль бедолагу.
Я вижу, тут аккумулятор поврежден. Залили чем-то. Он тут специфичный. Можно, конечно, от обычных ПДА пяток скрутить изолентой. Работать будет. Хоть и не так эстетично выглядит. Ну или к Сидорку заскочи, он закажет с большой земли. Значит, 5 ПДА и я получу работающую вещь. Неужели у тебя нет в загашнике? Ха, в принципе, да. Но давай на чистоту. Я тебе услугу оказываю, а ты мне. Если вдруг окажешься в нашем санатории, ну больничка это, лежал я там. Посмотри, вдруг попадется тебе вещичка одна моя ценная. Чашка чайная, дорога мне память прошлого. Это все, что помню. Чашка чайная? Да ты что, старый, разве в таком бедламе могут быть такие вещи сохраниться? Да я и не настаиваю, но вдруг... Я многих просил, пока безрезультатно. Ладно, чего уж, давай артефакт хороший. Может быть, найду я подходящий аккумулятор. Слушай, может, ты найдешь сейчас этот аккумулятор, а артефакт, ну или другой какой хабарок, я тебе подтяну, как только разживусь немного. Красота, ребят, смотрите, сейчас дело в том, что у меня мысль возникла. Обратили внимание, в ПДА у нас задания не отмечены. Поэтому будем, если сейчас удастся его уболтать, эту книжицу, смартфон, использовать для записи. То есть диалогов много, так, чтобы нам все это учесть, будем вносить, вот, допустим, по чашечке, по этой чашке чайной, да, надо будет отмечен. Скорее всего, про санаторий Луч идет речь. Не зря он говорит, в санатории там, да, про шерсть. Вот и отметим в этом, если сейчас сможем уговорить. Давайте продолжим. Вот. Ну ладно, договорились, вставлю. Ты там погуляй минуточек 15-20. Прогоню настройки, ну сам понимаешь. Ну понимаю, конечно. Так, что там у него еще? То есть сейчас мы блокнот вырулим. Отлично. Что там с блокнотом? Аренд-комплект, и можно у тебя достать? Ха. Вон Сидорович же их продает. Хотя составить толковый ремкомплект я, пожалуй, могу. Только мне запчасти к оружию и костюмам сталкеровским постоянно нужны для работы. То есть тебе стволы нужны и броники на разборку? В общем-то, да. Но, скажем так, давай лучше я тебе ремкомплекты за местную валюту буду продавать. Стволы и костюмчики мне и так новички таскают за денежные знаки. А издержки у меня большие. Так. Вот костюмчик мой поистрепался. А мне вроде кто-то обещал за блокнот починить чего-то. Или я забыл? Слово-то держать нужно. Во, видите как? Красота. Ну, то есть артефакт или что ему подгоним. Там пяток аккумуляторов, да, соответственно, надо... то есть вроде как он нам сейчас подгонит этот смартфон, ну, записную книжку. Но за это все-таки, чтобы дальше с ним дела иметь, надо подтянуть ему добрячок. Ладно. Так, что там еще? Пухо клинит. А мне вроде кто-то обещал, еще раз повторяю, вали отсюда, блядь, достал уже. Ладно, будет тебе, не кипятись. Так, вот, пусть он пока поковыряется в смартфоне, а мы тем временем пойдем перетрем ребят с волком. Теперь смотрите, огонек нас восстановил после влияния телепорта, да, но все равно помутнение сознания небольшое есть, так как я уставший, очень сильно уставший, мне бы сейчас выспаться. Но спать пока не резон, ребят. Во-первых, по еде у нас там голохуем. Соответственно, если сейчас прилечь спать, потом батон там нам не поможет. Так, с волком. Что нужно, парень? Да Сидорович сказал, ты с нормальным оружием помочь можешь. Могу помочь, только смотаться нужно кое-куда. Куда и зачем? Выкладывай. Так, музыка. Один из сталкеров нес мне важный документик. Не буду говорить, откуда и от кого. Уже совсем близко отсюда попал в аномалию, падла. Остался жив, но документика с ним не оказалось. Сам он пока передвигаться не может, отлеживается. Я бы сам сходил, да новичков не могу одних оставлять. Найдешь документик, я тебе автоматик подгоню стоящий.
Тут рядом, в подземном переходе под железкой, прямо на север. Да, и учти, мое слово здесь не последнее. Откажешься, трудно будет с пацанами общаться. Смекаешь? Ну, в принципе, недалеко. Хорошо, по рукам. Только смотри, опасно там. Курьер-то опытный сталкер был. И вот попался, внимательней будь. Хорошо, будем иметь в виду. Так, тут еще какие-то диалоги, давайте пройдемся. Волк, ты сталкер опытный, объясни мне одну вещицу. Какую? Да тут казус произошел. Выхожу я из деревни, а меня как будто по башке кто-то бьет. Очухиваюсь в подвале дома. Во, ребят, отлично, то, что с нами и произошло, когда возвращались, да? Вляпались в телепорт. Давайте вот сейчас он вам подробно объяснит по этому поводу. И в глазах двоится, и башка как с перепою трещит, так? Ну да, отходняк конкретный, еще до конца не пришел в себя. Это тебя в аномалию занесло. Мы ее промеж собой тарзанкой называем. Ученые головы, конечно, по-другому говорят. Пространственно-телепортаторный тоннель с эффектом мгновенного переноса. Язык сломать можно. Недавно такие аномалии стали появляться. Некоторые явно видно, другие слышно, а третьи самые подлые. В общем, ничем не определяются. А как-то, как они работают-то? Если бы я знал как, то здесь бы не сидел. Мозги врубай, мать твою. А в каком-нибудь университете уже отдыхал и нехилые бабки греб. А вообще мы заметили, кидает-то только человека. Болты там или зверя совершенно игнорируют. Вынести может куда угодно, эти мои опасные, эти тарзанки, мать их. Да, обрадовал ты меня, только этого и не хватало. Так, ну есть работенка, понятно. У меня вопросы, что о зоне, это все старое, я так понял. О грузовиках смерти, да, дефолтная тема вся. Основное он нам рассказал про телепорты. Так, все, сейчас забираем этот. И, соответственно, ну, то есть... записную книжку и будем двигаться по заданию. Да, конечно, меня мутит еще. Уставшие мы с вами. Сейчас будем в подземку нырять. Не в подземку, ну, то есть это. За документиком, ребят. Сейчас посмотрим, что там за смартфон. Изучим, как им пользоваться. Блин, у меня уже голод растет, а. Но бегать я не хочу, ребят. Не это. Будем выживать. Да, я понимаю, тут надо в начале игры носиться, как бы угорелый индеец, в жопу ужаленный. Но будем жить, будем выживать, по зоне не бегают, блядь. Надо было, видите, как мододелы это не учли, потому что для них в некотором случае приходится бегать, иначе не выживешь. Но вообще так не делается. Тут просто все, конечно, не учтешь к реализму. Кто там что-то верещит... Ученые на Энтере ищут желающих произвести замеры на локации. Я глянул, где именно. Да я туда ни за какие богатства. Васько Султан, Славик Полкан. То есть поняли, да? Все, конечно, не учтешь по реализму. Так, ну что? Какие-то нюансы в любом случае будут проявляться. Что там с блокнотом? Работает? Да, работает, только память стерлась вся. Так что теперь он чистый совершенно. Бери вот. Ты не забудь арт или новый аккумулятор, то, что обещал. Хорошо, Вергас, все будет. Чуть позже заскочу. Великолепно, братва. Теперь сюда отходим. Где он там у нас? Открываем наш рюкзачок и смотрим. Че к чему и как почему, блин. Вот она, эта красота, электронная записная книжка. Использовать и сделаем первую запись. Во-первых, давайте разберемся. Так, это, наверное, вот, ввести заголовок, да? Ввести заголовок. Так, подожди. А, вот, вот так вот, скорее всего, да? Или нет? Так, а это что такое? А, ну... Так. Сейчас надо еще тут разбираться, как тут что вводить, как тут что писать. Ну, мы сейчас все сделаем. То есть у нас что? Что нам сказал Вергас с вами?
По поводу этой кухни он нам сказал, то, что дорогая чашка памяти его находится в неком санатории. Ну, судя всему, по всему, это санаторий Луч. Поэтому запишем, наверное, да? Как-то так. Санаторий, допустим, Луч. Ребят. Санаторий Луч. Вергас, да, найти чашку для Вергаса. Да, так и будем. Ну, то есть, все это будем, для чего я это делаю? Потому, я так понял, задания не отмечаются в ПДА. Поэтому в процессе прохождения все это про чашку я могу забыть. И будем ориентироваться по записной книжке. Все вносить нас интересующие записи. И уже наш с вами ориентир на прохождение. Так, что я там найти? Найти... чашку для Вергаса, да? Чашку для Вергаса. Может быть, она и не там находится, да? Он, мало ли какой там санаторий. Но тут я по карте только этот санаторий увидел. Конкретно, да? Может быть, где-то и в другом месте. Ладно, так, а как ее теперь... А, вот, скорее всего, да? Запись сохранена. Так. То есть сейчас мы что делаем? Выходим. Ну-ка, давай-ка я сейчас посмотрю еще. Точно она там у меня отобразилась? Проверим все наши записи. То есть использовать. Так, а как нам перейти к записи? А, вот, скорее всего. Просмотр записи, да. Дальше, да. А, инструкция от Вергаса. Вот, как управлять. Тут кнопки. Ну, в принципе, тут ясно, как управлять. Сдвиг текста, да, режим ввода, забой текста. В конце строки, да. Вот, вот наша первая запись. Санаторий Луч. Найти чашку для Вергаса, мать его. Отлично. Будем ориентироваться. Так, все, с Вергасом пока разобрались, соответственно, да, конечно, колбасит меня, уже голод, видите, как просыпается, тут надо ластами шевелить уже, за документиком бежать, идем тем же путем, ребят, идем тем же путем, как пришли, безопасным, где меньше всего кабанов, обойдем и будем нырять в переход. Сейчас берем Болтенский в руки опять же. И потихонечку двигаемся. Получается к этому, да? Да, нам, кстати, надо еще заскочить туда, где кабанчики меня трюмили. Под мост. Там тоже что-то для нас интересное, я думаю. Сейчас попробуем это сделать. Получится, нет, там, с этими кабанами нам разрулить. Так, чтобы это... Да, видите, как мутит меня, а? Надо, наверное, перед тем, как будем нырять в этот, туда, в подземочку, этот, скушать батон, что ли. Так, ну-ка, получится у меня проскочить, осмотреть под мостом, что там творится. Пока кабанчиков нет у нас, а, ребят? Как вы думаете? Так, ствол, если что, у нас все good? Все good. Да, там он, видишь, сколько собачек-то бегает. Давай-ка, наверное, отсюда. Тихо. Не-не-не, ребят. Да, там не, ты, они именно у этой точки. И вон еще кабаны. Смотрите, как много их там, а. То есть они как раз-таки там тусуются. Наверное, не дадут возможности никакой нам облазить все там. Сейчас перекусим. Пришло время, наверное, скушать батон, что ли, вот сюда вот. Так, тихо. Ух ты! Напиток сталкера. Я же говорю, что-нибудь интересное да снимем. Так, тихо, ребят.
Тихо, ребят. Давайте аккуратно. Тут чувака никакого нет. Тихо. Тихо. Ага, вот она красота. Отлично. Снимаем все, потом читаем. Уходим отсюда. Бегом отсюда. Бегом. Пока ни кабанчиков, никого нет, отваливаем. Сейчас наверх сюда. По тем позициям, по которым шли, где болты кидали. Потому что тут... Так, аномалий вроде как нет. Побежали. Сейчас перекусим на АТП. На АТП. И почитаем, что я там за ПДА снял. Какую-то записку и ПДА интересную. Видели, да? Надо по-любому почитать. С мертвого жмура. Так, а сколько там время у нас, интересно, уже? Под вечер все дело, да, идет? Ну-ка. Да, 19:13 уже. Вот сейчас реализуем это задание. Если пройдет все ровно, по тихой грусти, все снимем, заберем, и можно уже приходить в лагерь после задания, да, и спать ложиться. Нам бы еще какой-нибудь артефактик не помешало бы найти, чуть-чуть поднять копейку, там, закупиться у Сидора. Так, сейчас вот сюда заходим. И тут нам никто с вами не помешает почитать документик. Да? Почитать документик. Присаживаемся и раскрываем, что там у нас за ПДА такой интересный. Так. Индивидуальный ПДА сталкер хранить. Ну, понятно, использовать, ну-ка. Так, тут информации никакой, да, у нас? Батарея разряжена, видишь как? Батарея разряжена. То есть надо, скорее всего, его можно будет подзарядить, да может вскрыть его, всю информацию его разблокировать. Кто у нас мастер по этим вопросам? Скорее всего, Вергас разрулит эту кухню, да, братва? Так. Скорее всего. Так. Видите, как он работает, блядь. Как его закрыть теперь? А, хлопцы. Как его убрать-то, ёпта? Это понятно всё. Да. Открыть-то открыли, а как убрать, я что-то... А? Падла такая. А, просто эскейпом. Ну, ладно, извиняюсь за тупничок небольшой. Ну, изучаем, а как вы хотели? Тут же, блядь, играем вслепую, ёпта. Это же вам... Соответственно, все изучаем. Так. Все, сейчас до кузнеца. Там делаем, наверное, сохраночку, да? И будем пробовать, наверное... Тихо. Там кабанчики у нас шелестят. Шелестят кабанчики. Будем пробовать как-то снять, нам надо аккуратно, а? С вами, ребят, документик для волка. Как-то снять документик для волка. А
А записку-то я не почитал, да? Записку на этот ПДА. Там же тоже что-то интересное, может быть, какая-нибудь информация. То есть, видите, да, пока я двигаюсь тем путем, который я для себя проверил. То есть, проверенный путь, там, где мы проходим, без проблем. Где нас не сожрут, не схавают, ни в телепорт, ни в какой не вляпаемся. Потом чуть разживемся там и стволом, и патронами. Можно уже полностью кордон обчистить соответствующий. Везде походить, побродить. Пока что двигаемся так. То есть, проверенный путь у нас и, соответственно... Можно спокойно передвигаться. Посмотрите, вон там наверху какая-то аномалия интересная. Да? Иди сюда. Говорить будем. Нет, ну не аномалия, а электр, там может какой-нибудь телепорт даже. Так, а ты ничего больше не скажешь? Водка есть, гони три пузыря, тогда пройдешь. Педик, что ли, мать твою, мы этим делом не промышляем, вали отсюда. Да нет, я просто думал, может, еще что нужно. Извиняюсь, ребят. За хрипоту в горле, в голосе. У меня так, как бы, голос такой, так что вы должны привыкнуть. Так, отлично, сохраняемся и двигаемся далее. Так, давайте, наверное, сейчас по-быстрому посмотрим, что мы там еще сняли за документ, да, или записка. И будем уже нырять в туннель. Так, ПДА на руках, это что? Ох ты, немного наличных, наличные в купюрах старых советских денег. Так, а где у нас записка? Слушай, может она в этом у нас, да, в журнале? Во, смотрите, безопасная тропа между кордоном и санаторием. Неизвестно откуда, но редкий новичок не сразу узнает, как попасть в санаторий. И хотя поживиться там особенно нечем, каждый желторотый новобранец считает своим долгом туда заглянуть. Замечательно. Так, тут справка. Все это тоже надо будет потом почитать, но не сейчас, ребят. Лясы точить нет времени. Двигаемся по направлению к туннелю, будем снимать документ. Меня колбасит, мама, не горюй. Я имею в виду мутит, видите, да, уже уставший. Сейчас надо как-то так нам пройти, чтобы собачки на нас не отреагировали и нам шмалять не пришлось. Не хочу я сейчас этим заниматься, а настрой не тот, да. Плюс перекусить, батончик храбрости на руках, да, надо будет. Да, сейчас попробуем проскочить так, чтобы отстрелом не заниматься. Что дальше 5 метров ни хера не видать. Тут интересно, одной таблеточки достаточно собачки с ПМа? А? Как вы думаете, братва? В голову я имею в виду. Если прикладывать прицельно, да? По идее должно хватать. Слышите, да? Они вон там стадо бегают, стая, бля. Так, ну, вроде как прошли. Так, все, давайте тут серьезно сейчас настроимся соответствующим образом. Гляньте, какая красота. Вообще, ну, то есть, не видать аномалию. То есть, еле-еле заметно гуляет разряд. Гляньте сюда. Еле заметно. Как я тут проникать сейчас буду? Не представляю даже. Потихонечку двигаемся. Так. Да, надо перекусить сейчас будет. Пройдем электру. Ой-ой-ой, какая красота, ребят. Обратили внимание? И пистолет еще сняли. Так. Что, взял я, не взял пушку? Третий ПМ у нас, да, там? Так, артефакт. Вот теперь нам надо как-то снять этот артефакт, ребят. Видите, какая тема? Он там в самой заднице, да? Если мы сейчас туда запрыгнем и сразу его будем брать, то нас схлопочет, пришибет вот, это, вот этой вот аномалии. Это 100%. Учитывая тот нюанс, что сам артефакт еще дает разряд, да? Пока я там буду пердеть, дышать, меня пришибет аномалия, это факт.
Поэтому можно попробовать отсюда как-то сверху его зацепить. У нашего героя руки загребущие. Может, там в глубоком приседе дотянется, а? Или же как-то, я даже не знаю. Она там... Где он там? Видите, занялся. Или его... Тихо. Или его отогнать в начало сюда. То есть не брать туда заскочить. В начало отогнать, потом снимать. Сейчас все варианты будем пробивать. Так, давайте перед этим делом перекусим. Употребим батон наш. Вот. Немного взбодрило, да? И будем как-то проникать. Сверху сейчас попробуем подцепить его. Так, разряд прям здесь, да, гуляет? Я его ни хера не вижу, честно вам скажу. Во, все, отлично. Так, смотрите, что я хочу. Вот здесь вот, если я присяду, электро меня достанет, нет? Ну-ка. Не достает, да? Ну-ка. Ага, вот он, разряд. В глубоком приседе, давай, падла. Ну чё ж ты, ёптать, ручки короткие, да? Ну это, конечно, было... На это можно было и не надеяться. Ну, попробовали хотя бы. Теперь есть другой вариант, можно сделать, ну, есть идея, смотрите, нырнуть прямо сюда внутрь, отогнать его прямо в начало сюда. Ну, то есть не брать. Выпрыгнуть и потом попробовать снять. Может, прокатит. Давайте такой вариант попробуем. Сейчас переждем немного. Да? Тихо. По-быстрому все надо делать, блядь. Так, отлично. То есть, смотрите, опа. Вот. Все, выпрыгиваем, отваливаем. Сейчас попробуем снять. Потому что там его брать, я чувствую, бесполезно, бесполезняк. Пока я там пердеть, дышать буду, меня приглушит электро. Это стопудово. Ждем. Отлично. Берем. Ну давай, падла. Не, надо еще подгонять. Видите, да, не могу взять. Сейчас еще его ближе подгоним. Да, конечно, геморно. Не суть. Возможно, тут гораздо все проще решается. Ну, я имею в виду, для тех, кто там уже 1000 раз играл, они как бы это, в курсе всех дел, поэтому там отпишитесь. Но мы будем таким геморроем страдать. По крайней мере, я не вижу других вариантов. Так. Честно говоря, я не вижу эту аномалию, мать ее. Но ее слышно. Тихо. То есть, смотрите, запрыгиваем. Во-во-во. Блять. Футбол там этим артефактом играем, а? Ладно, сейчас все будет. Сейчас все будет, ребят. Я без него отсюда не уйду. Хоть час будем сейчас тут, блять, мучиться, но я его сниму, мать его. Ты че, нам сейчас для Сидорка такой добряк. В смысле, не то, что для... Во-во-во, отлично, выходим отсюда. Имеется в виду, не то, что для Сидорка, нам пожрать надо затариться. Да и вообще, там, разжиться. Батон последний я счикал. Так, тихо. Блять, ну давай, давай, ну, блять, а. Давай, 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 падла, мать твою. Отлично, красавцы. Все на руках. Обожаю этот модецкий. Не, ну действительно, вот это уже другое дело. Вот это сталкер. А то что мы там ерундой страдаем? Так, смотрим, что там у нас. Что за творение зоны? Дело в том, что, ребят... Так, тихо. Бенгальский огонь. Выносливость плюс 36. Артефакт первого уровня. Семейство аномалий электро. Но увеличивает чувство голода, ребят. Так, давай-ка, наверное, вот этот поставим стволик. Поставим стволик, да? Где там у нас патрончик смелости? Так.
Ну-ка, он там поставил? Один, да, отлично. Сейчас главная задача выползти отсюда. Главная задача выползти отсюда. Так, секунду, ребят. Так, продолжаем. Извиняюсь, ребят. Ну, как обычно, вы уже должны привыкнуть к этому. Не дают мне проникнуть. Говорят, кричу. Вроде, не знаю, громко я говорю, ребят. Слишком громко, ну, будем потише мне. Видите, я в основном-то проходники делаю под вечер, чтоб так уже, ну, то есть, получается у меня так и по времени это. Поэтому, ладно, давайте потише. Так, берем, значит, что мы вообще? Сняли, да, все? Документик, артефакт. Сейчас надо выбираться. Давайте аккуратно. Так, что-то я вообще не вижу этой аномалии. А? Где она? Здесь? Нет, блядь. Вот она, ага. Сейчас будем выдвигаться. Там, наверное, впереди тушканов пачка. Ну, судя по этим, да? Ну, то есть, не факт, конечно, но... Если брать по другим модикам и этим, то, скорее всего, там враг какой-нибудь, каких-нибудь мутантов пачка, это факт. Впереди нас ждет на выходе. Поэтому сейчас будем как-то маневрировать. Ну, у нас патрончик есть, если что, отстреляемся. Хотя в таком состоянии и тушкан опасный враг, имейте в виду. Или здесь тишина. Вон он ползает, я отсюда вижу, ребят. Давайте, может, сверху их попробуем. Тихо, дай-ка мне пушку в руки, блядь. На всякий случай. Во-во-во, слышите, падлы, блядь. Дай-ка я сюда забегу. Осмотримся. Вон он бежит, блядь. Ой-ой-ой-ой, как меня захомутали, мать вашу. Лечимся, блядь. Как меня захомутали. Я просто проверил, есть ли тут какой враг. Действительно есть. Сейчас нам вообще даже с ними воевать не стоит. Так, ну, бинт, я не знаю, одного достаточно там ему, нет. Ну, вроде как достаточно. Их что-то очень много. Так. Может, камням их туда загнать. Да их на себя просто вытянуть, да. На себя их вытягиваем. И отстреливаем тогда, что делать? Они не дадут нам прохода. Или дадут? Тихо. Вон, бежит, 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 бежит. Иди сюда. Сейчас я опробую, блядь, на тебе свой стволик, блядь. Падла такая. Или это куст, блин. Меня, видите, колбасит как. Я не вижу, где эти тушка. Вот он. Падла, а. Короче. Пошли вы в задницу, блядь. Пойдемте. Падлы, блядь. Тут, блядь, целая эпопея. Я имею в виду просто тушканов отстрелять. Тихо. А, блядь, и сюда я не это, да? Целая эпопея с тушканами. А ты чё, тебе не хватило, что ли, бинта? Там же он тебя чуть-чуть вообще там слегонца. Ну, видимо, за яйца схватил, сволочь. Придется последний бинт употреблять. А, ты посмотри, какая гадость. Ну, а как вы хотели? Вот так вот, то, о чем говорилось ранее. Не так-то все просто тут разрулить. Давай посмотрим. Срезать можно чё? Ну, срезать нихера тут. Не срежешь. Так, ну чё, троих тушканов вроде уговорили. Может, как-нибудь пройти получится, а? Давай бегом, что ли, блин.
проскочим, блядь. Там служивый не это. Атаковать нас не будут. Случаем. Тут по косогорам бегаем. Так, берем этот, болтенский в руки. Вроде проскочили. Целый геморрой, блядь. Целая эпопея тут с одними тушканами. Ты глянь. Целая эпопея, мать его. Давай как к костерку прогуляемся, сохраним игру, бля. С вами, да, ребят? И, соответственно, дальше будем думать, бля. А что нам думать? У нас документик на руках, артефакт тоже. Я на голоднике, еле двигаюсь. Поэтому надо возвращаться. Только как это, пока я еще не придумал. Ну, то есть обратно. Там у нас служивый, да, запросит водочки или что ему там надо. Колбаски, блядь, консервы. Так, кругом аномалии, мать их. Видишь, как меня колбасит, а? Через раз, блин, глаза слипаются уже. Я просто засыпаю на ходу, ребят. Просто засыпаю на ходу. Надо однозначно до дому, до хаты двигаться. Сдавать документик там или отсыпаться, блядь. Продавать этот артефакт единственный. И только потом уже разруливать там с волком. Все остальное делать. Перекусить нам хорошо. Сейчас идем к костру. Попробуем разжечь, сохраниться. Потому что у нас сохранка последняя только у Кузнецова. Видите, какая жопа, а? На весь экран, ребят. Вот так вот мы всю игру будем мучиться. Ну, зато я люблю такое это, ну, то есть данную модификацию. Только вроде начал, мне уже, блин, я не знаю, оторваться не могу. Тут реально атмосфера просто наглухо прошибает атмосферой. Посмотрите на это кто он? Слушай, так это доктор, ёпта. А ты чё там, ты ж к центру зоны собирался, здорово. Здравствуй, сынок, как себя чувствуешь? Вспомнил хоть что-то? Здравствуй, отец, вроде нормально все, в голове пусто, как в высохшем колодце. А ты что тут высматриваешь? Я жду старого товарища, он много по зоне ходил, много знает. Его молодежь по имени не зовет, проводником кличут. Обещал подойти, вот я и жду. Есть мысль одна, хочу проверить. Ну а ты попробуй в бар пройти, там опытных сталкеров поболее будет. Может и увидишь кого, кто наполнит твой колодец. Это на севере, если не помнишь, только будь там осторожней, как говорится, 7 раз отмерь. На север, говоришь? Да, знакомая фраза, ладно, попробую. Удачи тебе, сынок, в пути твоем нелегком. Да, батя, с этим я соглашусь. Так, сохраняемся, ребят. Сохраняемся. Благо тут костерок у нас, да, функционирует. Отлично. Так, ну чё, костерок-то функционирует. Нам надо как-то возвращаться с вами. До дому, до хаты, да? Так, давайте вот тут все обшарим. Может, пожрать найдем.